Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, ну и, конечно же, Дафна в игрушке Дайянг. Следую красным отметкам на нарисованной карте. Вот я и следую. Куда же я все-таки доследовал? Нашел я береговую башню, все это отмечено зеленым. Дальше спустись по башне. И вот, я думаю, что сейчас я это и начну делать. Только вот я смотрю, что флягу. Когда я успел выпить флягу воды, я что-то совсем не помню. Эти крысы меня совсем измучили своими этими нападками. Еле от них отбился. Ни здоровья, ни воды. Слушай, что делать? Нужно как-то восстановить запас воды, а потом уже спуститься. Есть баночка пива. Я хотел ее оставить на какой-нибудь праздничный момент, но я думаю, что сейчас тот самый нужный момент. А вот то, что здесь лежит, так, консерва, да, какая-то, восстанавливает здоровье и обезвоженность. Вот закусим все это дело консервой, не знаю, собачья она и не собачья, но какая разница. И еще баночка пива, да. И уж эту баночку пива, я думаю, где-нибудь употреблю, когда спущусь вниз башни. Наверное, если все-таки это получится. Но все. Все, отправляемся вниз. Пока, чайки. Смотри-ка, ворота, или что это такое? Кто-то предусмотрительно нарисовал, может быть, это заводит меня наоборот куда-нибудь, в ловушку. Может мне сюда надо идти? Постой, что это? Новый документ добавлен. Напряженная работа, 3 июня. Вернуть милость сообщества бесценно. Теперь нам приказали перенести некоторые статуи и колонны к высокой башне. Но в чем смысл этого? Может быть, это будет новое испытание? Мои товарищи, кажется, не задаются этим вопросом. Они работают до изнеможения, чтобы не потерять возможность искупления. Сам читаю эту записку, а кашусь на запас жидкости в моем организме. Что-то он как-то уменьшается быстро. Ребят, вы там не специально намудрились, чтобы я делал все быстро? Я тоже должен внести свой вклад. Я не должен позволять этим сомнениям отвлекать меня. Все, не отвлекай никого своими сомнениями. И меня тоже. Так что, это ловушка или не ловушка? Может мне сюда? Давай прыгнем. Дафна. Не могу унести больше металлолома. Так что, я сюда пришел только ради металлолома. У меня своего металлолома, хоть идти сдавай куда. Ну что ж, тогда... Ой, как же ты меня пугаешь этими прыжками над пропастью. Ну, вниз. Получается, что мне спуститься по башне или как? А, по башне. Ну, я не знаю. Скажу, что пока спускаться... Дровишки мне тоже не нужны. Пока спускаться, в принципе, не так сложно и не так страшно. Просто идешь куда-то вниз. По этому уклону. Ух ты. Слышишь? Тун-дун, тун-дун. Что это такое? Напряжение нарастает. Ай. Зная то, что все здесь как сделано, я думаю, что меня еще ждет то напряжение. Я не думаю, что все так будет просто, вот так все гладко. Вот такой вот спуск по указателю, иди туда вниз и придешь к воротам, вот тебе и спуск. Выйдешь на свободку. Слушайте, это заколоченное... О, ну вот. Ребят, я спустился, или это не засчитывается? Или это не засчитывается? Отмечайте зеленым, спустись по башне. Слушай, жидкость уходит из организма, жидкость. Мне надо что-то делать. Мне, наверное, не сюда. Мне, может быть, нужно искать подвал какой-то. Сейчас посмотрю.
Куда же делась все-таки фляжка воды? Что-то у меня какие-то... Я думаю, что это сохранялочка. Что-то надо мной издевается. Баночка пива. Ты смотри, как... Документы. Ядовитые приманки. Ух ты, отчет о работе. Ядовитые приманки, найденные предметы, один капитал, две ватиновые статуэтки, то есть что, добавилось какое-то у меня задание получается? Да, ядовитые приманки, они могут быть полезны, чтобы избавиться от этих проклятых собак. Найди больше информации об этом. Найди больше информации, где же? Оставляйте побольше информации, я тогда... Вот все-таки ядом нужно как-то травить этих псов. Уважаемый брат номер один, хочу... Проблемы. Не только у меня одной проблемы, у кого-то еще. Уважаемый брат один, хочу сообщить вам, что рабочие, возможно, поняли наши планы. Боюсь, что наши соглашения с турецким представителем могут развалиться. Что я должен делать, брат номер два? Ой-ой-ой. Так. Пиво. Блин, сейчас я напьюсь этого пива, как я потом буду прыгать по этим... всяким там уступом, я так чувствую, что придется, потому что вижу, что эти все потертости вот здесь, значит, куда-то надо определенно будет подниматься. Так, здесь вот, стрелка ведет к кроватям. Наверное, иди к этой стрелке, и ты спокойно отдохнешь. Так, ну, запас жидкости, в принципе, восстановлен, даже баночка еще и есть. А здесь завал, конечно же, завал. И вот начало. Начало наших прыжков. А сохранялочка где-то там далеко на башне. То есть, если я разобьюсь, это мне снова спускаться, бегать сюда все время. Ладно, Дафна, не думай, просто прыгай. Просто прыгай и все. Может быть, все пройдет гладко. Ну да, гладко, очень даже гладко. Здоровье нам ни к чему, да, Дафна? Все, чем больше думаешь, тем хуже получается. Просто прыгай, а сейчас куда? Давай немножко подумаем, куда же... Так, напряжение нарастает вниз, наверное, сюда. Стрелочка. Ага, так, что здесь лежит? Ткань мне не нужна. Выпустите меня отсюда. Вот, следующее. Здесь нельзя. А здесь уже все. Право. Листья колышутся. Показалось, что кто-то туда зашел вниз. Здесь уже ошибки нам не простят. Все, Дафна. Прыжок. Отлично. Ну, смотри-ка, вниз это должно же быть просто, да? Вниз просто. Где же, черт побери, сохранялочка? А наверх сложно. Ой, черт. Стой. Под этими листьями, мне кажется, ничего нет. Надо перепрыгнуть. О, черт. Ну, и ты идешь? Как я там зацепился? Чем я зацепился там? Ну, главное, что зацепился. Так, ладно. Идем по стрелочкам к кроватям. А жидкость вообще уходит из организма. Просто, мне кажется, в два раза быстрее, чем обычно. Чем я под солнцем бегаю. Ах, вот, оказывается, что, вот как выглядит спуск вниз. Уступы. Так.
То есть на этот, потом вниз или как? Ну давай начнем. Так. Так. Может, нет, за нижний не получится. Вот за этот. Черт побери. Отлично, отлично. Дафночка. Слушай, доберемся до низу, обязательно откроем банку пива, если останемся в живых. Так, смотри, 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 потому что силы иссякают. Где, куда? Вот что-то внизу. Что-то внизу. Все. О, черт, ты жива. Я думал, я уже простился с тобой. А оказывается, здесь есть место, куда можно было бы приземлиться. Черт. Обнаружен? Кем я там обнаружен? Что это значит? Что это значит? Мне... Крыска. Ну, крыски это так. Ой-ой-ой. Это гвоздодерчик этот очень прям, даже лучше, чем нож, помогает от этих крыс. Где? Откуда? Где крыса? Слушай, нет, но я еще не спустился, наверное. Или спустился. Где крыса эта? Вот она. Подлая, бегает взад-вперед. Вот и все, нету крысы. Снова эта ткань. Что мне с ней делать, этой тканью? А эта бумага мне... Вот, конечно же, нужна. Мне нужно много бумаги. Столько опасности. Как же без бумаги? Сделка. 1 августа. Уважаемый господин, работы были завершены до предполагаемого времени. Надеюсь, что наша работа соответствует вашим ожиданиям. Мне очень жаль, но я должен предупредить вас о том, что рабочие обнаружили наше соглашение, поэтому мне придется предотвратить возможную утечку информации. По этой причине следующая посылка может задержаться. Что за посылка? Слушай, давай, наверное, все-таки употребим... Я прям не знаю, куда девается жидкость. Мне просто необходимо найти какой-то водопой. Не может быть. Следуй красным меткам, спустись по башне. Я спустился по этой башне. Мне даже не верится, что я спустился по этой башне. О, черт побери. Дафна, надо же под ноги смотреть. Здоровье восстановлено. И что? Следуй вдоль побережья. А вот что вокруг? Что это за архитектурные сооружения меня окружают? Какие-то башни, какие-то, не знаю, что это, железная какая-то постройка. Где ягоды мои? Где родник? Вода. Я не верю. Я сейчас напьюсь. После этого пива, после 3 банок пива, мне уже просто в организме дурно. Слушай, мне это нужна просто вода. Мне она необходима. Только змеи, ты знай, что когда приходишь на водопой, тебя сразу начинают преследовать эти подлые змеи. Все, точно, никто нас не преследует. Я могу спокойно пить. Я могу спокойно напиться воды. Могу набраться флягу еще. Могу набрать. Это просто счастье. Этот источник воды, это, не знаю. Пей, стрекозка. Все, я уже напился, я тебе разрешаю. Я тебе немного оставил. И вот, что это здесь такое? О,
Постой, что это неожиданно, я не пойму, что это такое. Древние туннели могут быть использованы для быстрого перемещения. Найдите другие туннели, чтобы разблокировать новые направления. Спать, укрытие, безопасные места для сна в течение ночи. Убедитесь в том, чтобы быть в одном из них до захода солнца в 9:00 вечера. Постой, а какая ночь? Здесь ночь еще бывает? Постой. Это было немного неожиданно, что это за тоннель. Но я вижу зеленую метку, которая мне показывает, иди туда. Не знаю, не знаю, что это такое. Спать, перемещаться. Этому меня не учили. Я думал, здесь всегда день. Ну не знаю, посмотрим. Поживем, увидим. Так, не забывай, не забывай про змеи, которые могут здесь быть. И не помешало бы, что это все гремит, грохочет. Это просто шум прибоя. Мне кажется, кто-то тащит какой-то железный ящик, что ли. Мне нужно отыскать кострище, мне нужно сохраниться. Вот что мне нужно. Стоит ли мне забираться туда и рисковать своей жизнью, а потом что? Последнее мое сохранение где-то там, далеко на башне. Я просто не выдержу еще одного спуска. Схожу-ка я вниз к воде, посмотрю, что там, может быть, там есть какое-нибудь кострище. Что с этими ягодами делать? Следуй красным отметкам. Следуй вдоль побережья. Пересеки ворота, доберись до высокой башни. Ребят, костер, мне нужен костер. Может, стоит остановиться, подождать парохода, он приплывет и заберет меня? Чистая вода. Блин, ну где же все-таки кострище, а? Следуй, пересеки ворота. Что за ворота? А, ну ворота это, наверное, вот те ворота, да? Может быть, там есть сохранялочка. Стоп, стоп, стоп. Змея, 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 змея. Да ты смотри, какая она. Фу, ты какая-то смелая змея. Обычно змея после первого удара начинает убегать. А это прям... Смотри, какая... Слушай, ну давай все осмотрим. Когда уже эта трава понадобится? Целый мешок уже травы насобирал. Зашли в эти кусты, здесь точно кто-нибудь нас сожрет с тобой. Ну это ворота, да? А наверх ты туда не хочешь забраться, а? Может пойдем наверх с тобой заберемся? Там тоже может быть много интересного. К
кострище. Слушай, ну я... Так, пиво в карман. Сохраняюсь. И вот я все-таки не знаю, как ты, Дафна, а я все-таки вернусь вот к этому железному строению, постараюсь подняться наверх и посмотреть, что же там. Ну просто любопытство тянет туда. Хотя, может быть, это просто подъем туда наверх и все. А что нам говорит карта? Карта нам говорит... Дафна, не выдумывай, иди дальше. А любопытство тащит туда. Вот что делать? Ну, любопытство все-таки открыло мир, да? Благодаря любопытству Колумб открыл Америку. Поэтому я думаю, что пойду-ка я сюда. И посмотрю, что там наверху. И куда? Вот сюда. Ну, это я смелый, потому что сохранялочка-то уже все нормально, да? Куда прыгать? Куда прыгать? Нет, туда высоко. Послушай, я что-то не вижу. А, просто... Просто забраться наверх, да? Просто забраться сюда наверх, отдышаться. Отдышаться, набраться сил, спрятать этот ломик и прыгнуть сюда. Затем сюда. И затем куда? Сюда разве? Вот сюда. Ой, черт побери. Слушай, здесь замок, но вроде как бы его можно сломать. Мне нужен соответствующий. У меня есть соответствующий инструмент. Погодите, вот он. Отлично. Ну, пойдем. Слушай, а можно еще и наверх забраться, а? Пойдем наверх смотреть завтра. Или не пойдем уже никуда мы с тобой? Да? Пойдем вниз, все, не выдумывай. И снова эта тревожная музыка. Черт побери. Где я? Какие-то, что это, могилы что ли, или что это такое? Их тут много. И кто-то за мной опять ползет. Я не вижу, с какой стороны. Где она? Где? Это змея или что? Да где же она, а? Вот она. Фу. Змеюка проклятая. Так, хочу посмотреть карту. Карту, которая нарисована я. Здесь нарисован какой-то лес. А вот здесь какое-то строение, где я еще не был. Почему-то. Честно говоря, я даже не знаю, куда мне идти. И нужно мне вообще ли здесь бродить? Так. Что за холмики такие, а? А смотри, все. Здесь как бы все спокойно, музыка утихла. Все нормально.
Если я спущусь вниз, я заберусь? Да, похоже, заберусь. Вот какой-то проход. Там пес, я туда, конечно же, не пойду. Меня травить тебе нечем. Снова начинается тун-дун, тун-дун. Змея. Где-то змея. Откуда? Справа, слева. Может просто убежать? Вот здесь как бы ее хорошо... Вот она ползет. Вот она ползет, дорогая. В траве ее плохо видно. Спряталась. Ух ты, ты смотри. Чуть не укусила. Где она? Обходит меня, окружает. Так, что же все-таки этих за холмики? Здесь этих холмиков полно-полно. Зачем я сюда забрел? Говорила мне карта, иди туда. Че ты сюда идешь? Зачем? Зато нашел какой-то мухомор. Первый раз. Осмотри сосновый лес. Вот как. Это сосновый лес. Сосновые шишки. Значит, я в сосновом лесу. Вы бы дали мне еще бы сохранялочку, цены вам бы не было. Я бы его осмотрел. Слушай, ну это целый лес. И правда, сосны. Что ж его осматривать-то? Так, мне кажется, я начинаю кругами ходить. Завывает. Это что, волки или шакалы? О-хо-хо-хо-хо. Похоже, здесь собака где-то рядом. И это может быть плохо закончится, потому что я не знаю, куда мне бежать. А мне бежать-то некуда. Черт! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Беги-беги-беги. Куда бежать? Вот черт, все, вот и контрольная точка. Вот мы с тобой и добегались. И снова мы у наших ворот. Слушай, ну я, наверное, на этом остановлюсь, я, наверное, на этом сохранюсь. А в следующий раз я все-таки добегу до этого соснового леса и уж начну оттуда. И посмотрим, что же там было. Как бы надо, блин, избегать. Теперь волки какие-то появились, да? Что там в лесу? Определенно что-то интересное есть в этом лесу. Так что его нужно обязательно смотреть. Ну, до следующего раза. Пока-пока и до новых встреч.